зарабатывай деньги при помощи простых установок мобильных приложений. Все, что нужно, это иметь современный гаджет с возможностью в удобное для тебя время загружать приложение. Ты моментально получаешь деньги за каждую установку. Хочешь заработать еще больше? Приглашай друзей в Advertap. Им достанется приятный бонус, а ты сможешь получать 10% от их личного дохода. Привет, друзья! Сегодня коротенькое видео о том, как наклеить защитное стекло на телефон. В данном примере будет использоваться новый телефон, то есть не нужно будет тряпочкой хорошо вытирать экран. Нужно только аккуратно содрать и сразу же приклеить стекло. Сниму чехолчик, закатаю рукава, чтобы меньше пыль летела на экран наш. И нужно... Я стекла ни разу еще не клеил, но думаю, что наклейка стекла не особо отличается от наклейки самой обычной пленки. Короче, убираем пленку. Стараемся не оставлять отпечатку. И сдираем также пленку на самой... на самом защитном стекле и пытаемся отпозиционировать защитное стекло. Так, кнопка по центру. Здесь по центру камера и динамик тоже. Вот. Все, вот так вот идеально. Клеим. Все, даже не нужно ничего делать. А ну проверяем. Все работает. Вот так даже оказалось как бы проще, чем пленку. Пленку нужно делать как? Вот есть у вас пленка, к примеру. Да. И есть подложка. Подложку у нас сначала срезают немножко. Вот подложку срезают немножко. Стараются выставить, к примеру, вот так выставляешь. Вот, видите, уже сразу пленка берется. Выставляю эту часть, аккуратно сразу ее хорошо проклеиваю, без пузырей. Вот, без пузырей. И потом стараюсь подложку отодрать и понемножку отдираю подложку и закатываю какой-нибудь банковской карточкой или чем-нибудь другим плоским, закатываю пленку. А со стеклом оказалось намного все проще. Просто приложил, выставил, и уже стекло у тебя приклеено. Вот такой вот мануальчик получился, друзья. На живой пример, как сделать своими руками, не имея опыта. Все очень просто, и не надо платить никаким магазинам денег. Вот все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.